На инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере модернизации ЖКХ. На инвестфоруме и при подписании этого соглашения присутствовал и глава администрации Сарова Алексей Голубев. Госкорпорация «Росатом» намерена участвовать в модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Сарове на условиях концессии. Также планируется привлечь средства государственной поддержки в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». По планам, что предполагается делаться у нас в водоканале, с одной стороны, нам нужно привести к надлежащему состоянию наши очистные сооружения, чтобы уровень очистки сбросных вод был надлежащий, соответствующий сегодняшним требованиям природоохранным, чтобы мы поработали в том числе с водоснабжением и справились с теми замутнениями, которые у нас периодически бывают при остановке водоснабжения. Модернизацию сетей и других объектов инфраструктуры планируется осуществить с использованием современных материалов и технологий. Это уменьшит число аварий на сетях, улучшит качество воды в кранах и обеспечит в городе надежное водоснабжение на многие годы вперед. Соглашение также предусматривает цифровизацию производственных процессов в рамках проекта «Цифровой водоканал», что позволит эффективно управлять водоснабжением и водоотведением. А внедрение современных цифровых технологий и устройств в системы водоснабжения и водоотведения — это, конечно, правильное абсолютно направление работ. То есть нужно вводить умные счетчики, которые позволят определять количество отпускаемой воды, потребляемой воды, потери более четко. Отраслевым интегратором решений госкорпорации «Росатом» по направлению «Чистая вода, умный город и концессия» выступает компания «АТЭК». Как пояснили в «АТЭК» по телефону, у компании в приоритете модернизация инфраструктуры атомных городов для повышения в них качества жизни. Благодаря концессионному соглашению, заключенному в прошлом году с правительством Свердловской области администрации города Веснова, мы можем теперь в этом городе не только привести в порядок городские системы водоснабжения и водоотведения, но и качественно их улучшить с помощью элементов цифрового водоканала. Мы, конечно, готовы принять участие в программах обновления инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения в городах Нижегородской области, в том числе Сарове. Реконструкцию инженерных систем городского хозяйства планируется осуществить на принципах государственно-частного партнерства с заключением концессионных соглашений на объекты водоснабжения и водоотведения, а также с привлечением финансирования из государственных и региональных программ. Канал 16 будет следить за развитием событий. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.